Илющенко Василию Александровичу. В здании правительства края наградили лучших деятелей науки и культуры Алтайского края. С технической точки зрения, одной из самых интересных разработок стала отечественная топливная система для двигателей, у которых свыше 5000 лошадиных сил. В России, кроме АЗПИ, подобное ранее никто не делал. Первый опытный образец форсунки, это один из компонентов топливной системы, мы выдали через 11 месяцев с момента поступления заказа, получается. Топливный насос у нас родился через 14 месяцев. Ну, чтобы вы понимали, что это быстро, то есть в основном мы реализуем подобные проекты через 2 года с момента заказа. Другой технический проект коснулся уже электропоездов. Умельцы с завода АТИ за 4 года создали и пустили в производство накладку дискового тормоза для ласточек, иволг и простых пассажирских вагонов. Раньше, во-первых, наше предприятие такую продукцию не производило, и в России такую продукцию никто не производил. Данный тип колодки производился только заграничными предприятиями. Уникальный новый состав на основе отечественных компонентов. Более 25 ингредиентов входит в состав. Продукция очень сложная, очень жесткие к ней требования, потому что это безопасность. В сфере культуры награду получил Белоусов Сергей, работник Барнаульского духового оркестра. Он сделал цикл программ, который пришелся по душе как постоянным, так и новым слушателям. Да у нас очень много охвачено стилей, в том числе и эстрадная музыка, классическая музыка. То есть мы старались максимально быстро охватить за это время разные стили. Тоже есть цикл программ, написанных специально для молодежи. Губернаторские премии присуждаются уже свыше четверти века. Притом в этом году их получило рекордное число человек – 93. Что касается финансовой составляющей, в сфере культуры награда составила 120 тысяч рублей. За научный проект – 200. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.